Меня зовут Тихомиров Никита Андреевич, я резидент бизнес-инкубатора Тульского, оказываю юридические услуги бизнесу и населению. В период пандемии пришлось приспосабливать свой бизнес под сложившуюся ситуацию, что заключалось в переведении всех встреч возможных с доверителями, клиентами в режим онлайна. Конечно же, у доверителей появлялись множество новых вопросов в связи с этой непростой ситуацией в Российской Федерации, потому что выходило множество нормативных подзаконных актов, которые требовали юридического объяснения, обоснования. Огромное спасибо хочется сказать руководству бизнес-инкубатора, которое в оперативные сроки максимально быстро предоставляло информацию о изменениях, о снятии ограничений, о наложении ограничений на определенные сферы бизнеса, что позволяло также оперативно и быстро оповещать своих клиентов и доверителей в плане функционирования их бизнеса, наложения либо снятия ограничений и уже конструировать работу их согласно высшим нормативным актам.